этот хлеб, который является прообразом святого, пречистого, невинного тела нашего Господа, которое было преломлено на Голгофском кресте за меня и за вас. И эти видимые знаки в духовном мире означают сегодня тело нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И удивительно, просто удивительно, когда мы верой принимаем этот материальный хлеб, но верой принимаем, то мы принимаем духовное тело нашего Господа и Спасителя. И происходит чудесная вещь в нашей жизни. Мы обретаем жизнь Иисуса в себе. Жизнь – это Иисус в тебе, Иисус во мне. И я знаю, сколько много людей, множество людей, принимая этот хлеб, а с верой получали и физическое исцеление, духовное исцеление, физическое исцеление. Нужна только вера. Нужна только вера. Нужно только, как эта женщина сказала, если только прикоснусь, буду здоров. Аллилуйя. И поэтому Иисус сказал, вера твоя тебя исцелила. Вера, вера, Он не сказал, потому что ты меня прикоснулась, что это мои одежды. Нет, это твоя вера. Твоя вера тебя исцелила. И да благословит нас Господь. И мы сейчас помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за привилегию сегодня праздновать смерть и воскресение нашего Господа. Мы благодарим Тебя, что Ты отдал Своего Сына. Библия говорит, что Ты Его не пощадил. О, не пощадил Его, отдал Его на крест. Отдал Его на мучение, чтобы мы были спасены. И сегодня эту великую жертву мы празднуем. Мы, Господи, поклоняемся, воздаем Тебе славу. Господь, мы подобно этим женщинам в трепете стоим и смотрим на Тебя распятого там на кресте. О, на Тебя, который принял все муки, все страдания, всю боль, которую причинил Тебе наш грех. Ты взял на Себя и понес, и заплатил. Заплатил, совершенно заплатил за наш грех. Хвала Тебе, Твоя святая кровь – это цена нашего искупления. Я благодарю Тебя за это. Я славлю Тебя, Сын Божий, и благоговею. О, пред великим и славным Твоим именем. Благослови этот хлеб, освяти его и благослови нас. Освяти каждого, кто будет Господи участвовать, кто будет причащаться от тела Твоего и от крови Твоей. А всю славу, всю честь Тебе воздаем, великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. И благословил Он преломит. И благословил, преломил, преломил он, подал ученикам своим и сказал, примите, ешьте, это есть тело мое. И так мы сейчас, все те, кто вступили в завет с Господом через святое водное крещение, по вере, и которые имеем свидетельство Духа Святого, мы будем участвовать. Да благословит вас Господь. Thank you.
И взял чашу и благодарил, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Так как мы молились над хлебом, сейчас мы помолимся и над чашей, и будем помнить, Иисус сказал, что это есть кровь нового завета. Это не простая, не простое вино, это не простой напиток, но это кровь Божьего Сына, которая запечатлела новый завет, новое соглашение, новую милость открыла для нас. И обрати внимание, что только кровь Христа снимает, смывает всякий грех. Вы не можете грех искупить каким-то подвигом, деньгами, пожертвованиями, еще чем-то. Грех искупляется только кровью. Кровь Христа. Без пролития крови, говорит нам Слово Божие, нет прощения грехов. Поэтому кровь Божьего Сына – это единственное средство, которое омывает нас, очищает нас и делает совесть нашу чистой. Слава Богу за это средство, что мы всегда можем прибегать и всегда нашу совесть иметь чистой и непорочной. И сейчас мы помолимся. Аллилуйя, Господь мой, Бог мой, слава Тебе, хвала, Господи Боже мой. Мы благодарим Тебя, Господи Боже мой, за Твои страдания, Господь Бог мой, за крест, Господи Боже мой, за поругание, Господи, за этот, Господи Боже мой, терновый венец, Господи Бог мой, Господь, на Твоей голове, Господи, за эти гвозди, Господи Боже мой, в Твоих руках и ногах, Господи Боже мой, за это копье, Господи Бог мой, которое пронзило, Господи Боже мой, Господь, Твой Бог, Господи, Твое ребро, Господи Бог мой, мы, Господи Боже мой, признательны Тебе, Господи Боже мой, что Ты, Господи Бог мой, отдал себя, Господи Боже мой, на этот крест, Господь Боже мой, за нас и за наши грехи, чтобы мы сегодня могли, Господи Боже мой, быть спасенными, Господь, и стоять перед Тобой, Господи. Слава Тебе, хвала, Господи Боже мой, за эту милость, Господи Бог мой, потому что мы стоим пред Тобою, Господи Бог мой, аллилуйя, и взываем Тебе, Ава, Отче. Слава Тебе, слава, Господи Боже мой, спасибо, Господи Боже мой, за эту чашу с вином, Господь Бог мой, которая, Господи Боже мой, Господь, пролилась, Господи Боже мой, Господь, для нас, Господь, чтобы мы могли, Господи Боже мой, Господь, осветиться, Боже мой, очиститься, Господи Бог мой, аллилуйя, и иметь жизнь, жизнь вечную и жизнь с избытком. Слава Тебе, хвала, Господи Боже мой, за Твои страдания и кровь, Господь. Благослови, Господи Боже мой, эту чашу, Господи Боже мой, с вином, Господь, и нас благослови, Господи Боже мой, чтобы кровь Твоя, Господи Боже мой, Господь Бог мой, текла, Господи Бог мой, Иисус, в нас, Господь, аллилуйя, чтобы мы могли, Господи Боже мой, Господь, жить Тобою, Господи Бог мой, аллилуйя. Слава Тебе, хвала, за всю благодарность Отцу и Сыну, Духу Святому. Аминь. Иисус сказал, пейте из нее все, и те, кто участвовали в хлебе, сейчас будут участвовать и в вине.
Когда наш Господь совершил трапезу своими учениками, сказано, что они воспели, пошли на гору Елеонскую. Мы сейчас в нашей молитве поблагодарим Бога за то, что мы смогли участвовать в этой трапезе. И вы знаете, я всегда говорю, что может быть это последний раз на земле, в следующий раз, может быть, это уже будет там, у престола благодати, там, это в присутствии несметного количества ангелов и святых, когда сам Божий Сын, уже не я буду служить вам, а сам Божий Сын будет давать. И скажет, буду пить с вами новое вино. Слава Отцу, слава Богу нашему. О, какая радость нас ждет, дорогая церковь, какая радость нас ждет, какая радость. И давайте воздадим Ему славу, поклонимся Ему. О, Владыка Господи, я славлю Тебя. Я превозношу Тебя, Святой Давидов. Благословляю, благословляю великий Твой подвиг, Твою великую Твою любовь, великое Твое человеколюбие. О, благословляю, воздаю Тебе славу, Владыка Господи, Бог мой. Ибо Ты возлюбил нас до смерти и смерти на кресте. Аллилуйя. Это не были слова, это были дела. Это было, Господи, это были страдания, это были муки. О, это был весь ужас, о, который только человек может сотворить. О, он, и ужас издевательств над тобой. И ты все это принял, и ты молчаливо принял, и молился, и говорил, Отче, и говорил Отцу, Отче, прости, ибо не знаю, что делать. Только ты так смог бы. Только ты так смог, Сын Божий. О, поэтому нет равных Тебе, нет подобного Тебе. Господь, вся слава Тебе. И благодарю Тебя за вечную живую надежду, которую мы имеем, что когда наша жизнь закончится, Ты возьмешь нас к себе. Господь мой, там мы будем пить новое вино в Твоем Царстве. За Твоим столом, аллилуйя, за Твоим столом, в Твоем Царстве. Владыка Господи, благодарю Тебя, поклоняюсь Тебе. Славлю Тебя, помоги нам достойно жить для Тебя, для того, кто умер за нас и воскрес, и принести много плода для славы Твоего великого имени. Всю славу, всю честь воздаем Тебе, великому Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.